Привет, друзья! Кто досмотрел вчерашнее видео до конца, признавайтесь, пишите в комментариях, смотрите ли вы до конца мои видео. Тот увидел сюрприз. Как вам? Мой цвет волос, цвет настроения розовый. Да, мне что-то захотелось. Я помню, Таню красила, и у нее тоже что-то розоватое такое получилось. Думаю, блин, тоже хочется. Я эту идею вынашивала целую неделю. Зайдем на морюшку, посмотрим. Ой, инжир уже поспел, потому что пахнет прям таким прокислым. Ой, а там шторм, что ли, небольшой? Походу. Слышите море? Ну, это уже леванты. То есть, видите? Не видите. Волны идут с той стороны, это значит леванты. Если с этой поненты. Когда пуненты с этой стороны, волны очень большие, очень большой ветер, и море становится холодным. А с этой стороны леванты, то есть там уже океан, а там море. То есть из океана, конечно, вода холодная всегда, ледяная, ну я так думаю. В общем, вы поняли, иду на работу. Идем на работу, так что сегодня, может быть, на пляж поедем. Машинка-то у меня есть. Ну, вы знаете, я зря наговорила на механика. Он прямо это, после обеда не открывается, а ради нас он открылся. Это правда, он ради нас открылся, потому что, когда я забирала машину, тайер был закрыт, и моя машина стояла снаружи, но с механиком все дела. Он там что-то мне показывал, рассказывал, что он сделал. Вот. Я, конечно, что в этом, ну, как понимаю, там, может, что мне объяснил. А вот. Там спросил, хочу ли я фактуру, но мне она нафиг не нужна. Ну, накладная или что там. Она мне нафиг не нужна. Он сам на себя работает, поэтому. Поэтому она мне не нужна, ему она не нужна. И вот такие дела. Так что зря я наговорила. Все быстренько сделали, даже не ожидав. Он говорит, кое-какие там еще есть маленькие фигнюшечки, которые можно доделать. Но если хотите, говорит, следующий понедельник или вообще когда. Но это, говорит, несерьезно. Опасности нет никакой. Поэтому вот так. Ой, мамочки. Ладно, пойду я работать. А то я тут перчатки несу. У меня дома перчатки были. Они, ну, я ими мало пользуюсь, а на работе закончились. Перчатки несу. И Чарли веду. И все. Рабочая неделя. Придется сегодня вечером, ну, вечером после обеда опять приехать. Клиентка одна пришла. Ей нужно покраситься, уложиться. Она постоянно моя клиентка, поэтому говорит, могу в 4 ехать. Ну, блин, ладно, что уж с вами делать. Иду сейчас смотрю. Помните, я на пляж шла, и зонтик мне попался под ноги. Я еще там оттекнулась, матом сказала. Машина едет. В общем, смотрите, как я не зазря мотюкалась. О. Видите, какой синяк? Это уже неделя где-то прошла. Хорошо, он мне так под ноги попался. Мой зонтик. Что-то, по-моему... Ой, так вкусно пахнет. У кого-то белье сохнет. Ветер какой-то. Как бы это... Я так планировала, в общем, с клиенткой расправиться. А потом поехать на море. Тут как раз, куда мы ездим. Где у нас дачи были. Что-то какой-то ветер непонятный. Видите? Пальма как. Как бы шторм не поднялся. Но у меня кое-какой другой план есть. Сейчас, в общем, на море посмотрю и будем планы менять. Хотя море спокойное. Так что, может быть, планы все те же. Морские. Ой, блин, ключи выбросить. Зачем они мне нужны? Ну, нет. Большие, небольшие волны, конечно, есть. Но это с ними только лучше. Видите? Даже не... Хотя желтый флаг висит почему-то.
Почему-то желтый флаг висит. Будем, в общем, думать и гадать. Чем бы нам заняться после обеда? Что ты там? Какашки не можешь еще взять? Да. Мои покупочки. Их тут немного. Всего 12 евро. На обед у меня будет лосось. Поперчила, посолила. Накрыла пленочкой. Теперь отправляю в микроволновку на 3 минуты. Кусочек вот такой. И все готово. Не воняет, ничего. Приготовится прекрасно. В принципе, вот тут всего да не всего. Салат вот такой взяла. Шампиньоны. Буду делать опять суп с шампиньонами и шпинатом. Шпинат вот у меня такой. Это мне хлеб у меня закончился. Не хватает недели на 3, наверное. Вот такой большой. Это мужу взяла цельнозерновой, яйца, молоко, которое свое любимое в Лиделе, вот это вообще суперское молоко. Орчата де чуфа, это вот мужу. Салат цезарь, давно я его не ела, сейчас с рыбы буду ням-нямкать. И взяла вот на, ну не на пробу, я уже ела такую селедку, это селедка в соусе из сливок, в сливочном соусе с мариновыми огурчиками, яблоком и этот укроп. Типа салата идет такого, знаете. Что-то мне захотелось. Рыбка моя уже готовится. Сейчас салатик открою. А мужу пожарю вот обычную мерлузу. Вот такая у меня есть. Хек, по-моему, да? И тоже ему сделаю салат. Но уже вот такой. Обычный. С помидорами там, со всеми делами, с луком. Кайфую, сегодня я с тобой кайфую, да, мининьо? Кайфую. Там ветерок идет у нас сегодня, ветер, и вот он так развалился. Король мой, мой сладкий король, ведь знает, что о нем говорят. Он хвостиком виляет. Съем, я тебя съем. Приехала домой, такая парилка на улице, это что-то. В общем, я не понимаю, как можно ездить в магазин один раз в неделю. Я за сегодняшний раз съездила уже, ой, за сегодняшний день уже два раза съездила. Забыла картошку купить сегодня. Купила картошку, потому что хотела суп сварить, ну вот этот вот с сырком и как он там еще-то, с шампиньонами, ну вот это вот, там картошка тоже нужна. Потом муж уже который день просит тортилью де патата, это картофельный омлет. Тоже картошка нужна. Потом вспомнила, что масла нет. Масло закончилось, купила масло. Семечки. Хорошие вот эти, кстати, семечки в Меркадоне. Прям такие, знаете, не очень, как орехи. Ну и хлеб. Хлеб сейчас заморожу. Это мужу хлеб. Вот мне прям тут 5 штук за евро, зашибись. И ему, кстати, вот такой нравится. Он говорит, покупай мне только такой. Вот. Сейчас пойду под вентилятор. Я вся потная, вся мокрая, прям вся теку. Как это, как она называется, как она, которая тает, снегурочка. В общем, друзья, план таков на вечер, что мы едем в Гранаду. Там какую-то жидкость нужно заправить в машину, чтобы почистить кишки машины. И для этого нужно сильно газовать на там. Ну, я говорю, раз ты будешь газовать, газуй до Гранады. Вот. А я как раз там похожу, купальник себе посмотрю. Я в таком платьишке весеннем. Летнее даже платьишко, не весеннее. Мне очень нравится. Легкое такое. Надел и пошел. Так что вот такие вот у нас дела. Готовим машину с пользой и интересно. Кстати, стоит 14 евро, но тут по кванту километру отдичу? 8 тысяч километров. В общем, все кишки машина моет и чистит. Вот. И Тувы это техосмотр рекомендует.
поняла, что это такое. Вот раньше магазин был, Алькот называется. Он, может быть, закрывается? Вот так вот все навалили. Все ходят и что-то роются. Давайте хотя бы цены посмотрим. Есть за что тут рыться или как? Что-то я не поняла, что почем хоккей с мячом. И что за прикол? Почем это все стоит? Может быть, вот там цены просто как на рынке все выкинули? 5. Ой, ну да, цены 5 евро. 3, 4 евро. Нифига себе. Это что, все закрывается, что ли, наверное? Вообще неплохой магазин был. И роются все, как на рынке, ей-богу. Вы такой когда-нибудь видели? Я нет. Пороемся? Может, что накопаю, а? Ну, интересно же просто. Вообще. Смотрите, если копаются, это вообще ужас какой-то. Это как? Вот автокуча, никого нету, пойдем туда. Ну, просто смотрите. Вообще как-то странно так для меня все это. Ой, блин. Вы любите копаться вот так вот в таких вот? Напишите в комментариях. Вообще это как все. Мы приехали домой. Купила себе нижнее белье и купальник. Сейчас вам покажу. Время уже около 11, в принципе. Поздновато. Буду умываться сейчас. Чарли там нас ждет. Уже не дождется. День какой-то длинный прям был. Как будто и не работала сегодня. Хотя работала и днем, и вечером. Когда вот так много делов, так день, кажется, прям как будто он нескончаемый. В общем, смотрим обновки. Вот такой, в общем, я купальник купила себе. Вы знаете, никогда не пробовала, ну, купальники, вот чтобы вот так вот они были. Я, во-первых, я люблю купальники вот такие, без лямок, чтобы загар был как бы ровно ложился, да, без всяких вот этих вот лямок. Качество прям классное такое. И вот мне продавщица говорит, а попробуйте вот так вот, вот такое сочетание. Я, вы знаете, померила, и так классно сидит. Вот за сколько купила, в общем, стоил 13, купила за 5 труселя. И стоили 40 евро, за 8 купила вверх. То есть понятно, да? Какая скидка? 8, 40 евро. Я даже не видела, что 40 евро стоит. В общем, сидит шикарно. Я не люблю слитные купальники. Мне в них холодно, когда выхожу из моря. В общем, вот такие вот, ну, яркие. Ну, конечно, показываю ночью, поэтому как бы не такие цвета. Но мне очень понравилось, как на мне сидит. Вот такой люфчик купила. Естественно, с поролоном, потому что без него никак. Тоже стоил он 30 евро, за 5 евро купила. Прикольно, да? Вы знаете, вот этот еще купила. Никогда не думала, что лифчики вот такие, без чашечек, ну, без косточек, будут хорошо держать грудь. Ну, правда, у меня от груди там так, этот, к слову сказать, потому что, смотрите, все поролон. Видимость одна, но он так хорошо форму делает, что я даже офигела. Еще я не люблю, когда съемные бретельки, потому что я вообще никогда их не снимаю. Я не знаю, зачем это все придумано. И тут вот смотрите, широкие какие, да, удобные, видите? Они даже какие-то не это. В общем, классный вот этот так сидит, вот синий, просто из-за того, и он такой, смотрите, какой красивый. У меня ни одного нету синего. Стоил вот тоже 26 за 9, ой, за 8 купила. В общем, ну вот этот вообще за пятерку просто, блин, даром. И вот что широкий вот тут, вот мне тоже нравится, что широкий. Потому что если узкие, у полных вот так потом все собирается. Но это если хотя собирается, когда лифчик нехорошего качества. Я уже в этом убедилась сама. Я раньше покупала в китайском, и все это, знаете, все собиралось, все не так хорошо ли сидело, в общем, вот этот вообще, я прям удивилась, он без косточек, видите, нет тут косточек никаких, то есть нигде ничего жать не будет, но он так красиво все это делает, что прям я даже не ожидала, взяла его просто померить, посмотреть. Ну вот так вот, так что вот такой купальничек, надо сейчас все это в стирку отправляется, и завтра буду его
тестить. Ну, вот это все отрежу, конечно. Вот, постираю сейчас быстренько, как я уже говорила, и все. И буду носить с удовольствием. Пойду сейчас смывать красоту, купаться, душ, потому что все потные ходим, вообще ужас. И вам желаю всего самого наилучшего. Сам встретимся. У меня даже рот не разговаривает, даже уже все, уже наговорилась я на сегодняшний день. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока!